Нет. Чего? Тут его нет. Давай генератор, всех укинь на месте, кроме тех, что потрачены смертью. О, трэпдор нашел. Как ты это сделал? Им 8 постов сутки мало? Нормально. А сколько надо им постов? 20? Чё за чел из Калуги сегодня стримил? Привет, привет, Соник. Ну, это так, коллега мой, коллега, он стримит, когда меня нет. А чё, были какие-то проблемы с ним или чё? Да нет, он норм вроде. Я получил темп-карту зеленую. Привет, кто у тебя за спиной стоит? Так это мой друг, маньяк. Он просто смотрит, как надо убивать, он не умеет. Мы вот играем в игру, чтобы он научился этому. У тебя за спиной кто-то стоит? Да, маньяк. И чё, он тебя ещё не убил? Да я его учу, как надо убивать людей нормально. Видишь, играем в игру, показываю, как надо, как не надо. Он глупый маньяк, начинающий. Чё, когда в приват пойдем? Прости. Нет, все круто. Малый огонь, малый огонь. Большой огонь и малый огонь. Вот он малый огонь, да? Нет. Это у кого там что говорить? Шляпа, короче, ведро у меня какое-то. В смысле, что ведро? Ну, в смысле, все, что мне дали, какая-то шляпа вообще бесполезная. Че, мы еще играем, еще одну играем паблик или идем в это? Че? Кто здесь? Давайте еще паблик, я тут прокачаемся чуть-чуть. Только почему-то ко мне никто не хочет заходить, твари. Давайте еще пабличек, давайте. Окей, пойду всех уничтожать за моего невидимого друга. А может за маньяка сыграть, ребят? Хотите за маньяка? Стрим-фризик. Я уж попробовал, блядь, три человека рейди сидят.